приветствую. Я предлагаю познакомиться. Сейчас немножко расскажу о себе. И, конечно же, мне очень хочется знать, кто вы, чем вы занимаетесь. Какая тема ваша главная? То, что я актриса по образованию, и то, что я бизнес-тренер по ораторскому мастерству, это вы и так про меня знаете. Хотелось бы вспомнить о том, что я уже почти 8 лет занимаюсь онлайн-обучением. Кто же те люди, которые у меня занимаются? Специально вот сегодня вспомнила, кто были эти люди. Много очень тренеров, психологов, трансперсональный психолог, специалист по МАК, психотерапевт была женщина, руководитель малого предприятия, новоиспеченный руководитель подразделения, топ-менеджер большого предприятия. В общем, среди них даже есть телеведущая, актер профессиональный и радиоведущий. О, забыла, еще две девушки со мной занимались с прицелом того, чтобы стать видеоблогерами. И одна из них, надо сказать, весьма преуспела, несмотря на свою молодость. Вот буквально пару минут назад я заглянула на ее канал, и у нее уже больше 20 тысяч подписчиков. Приятно, конечно, когда люди, с которыми ты занимался, используют эти навыки для того, чтобы достигать своих целей. Кто-то использовал для того, чтобы подняться по карьерной лестнице, кто-то для того, чтобы поступить в престижный вуз, кто-то для того, чтобы повысить свой статус руководителя, повысить свою квалификацию. И сколько же их, этих людей? Может быть, тысячи? Нет, на сегодняшний день их не так много, порядка 300 человек, потому что в основном я занимаюсь с людьми индивидуально. Но знаете, я горжусь тем, что я внесла позитивный, положительный вклад в жизнь 300 человек. И они, благодаря определенным навыкам, знаниям, полученным от меня, достигли каких-то своих целей, решили свои задачи. Кто-то финансовые задачи, кто-то по жизни устроился лучше, кто-то привлек к себе новых клиентов. И когда ты видишь, как у людей меняется жизнь, это всегда дорогого стоит. И, конечно же, есть ученики, но есть и учителя. И сама я, как тренер, естественно, что постоянно в поиске, постоянно в обучении. Надо же тоже повышать свою квалификацию. И естественно, что я благодарна этим людям и равняюсь на них. Так что жду ответов в комментариях и до встречи